Привет! Что читаешь? Сегодня дежурное по чтению Екатерина Пазекова. Ульяновская область – родина талантов. Николай Плотнянко – наш земляк, писатель, поэт, драматург, публицист, лауреат многочисленных премий. Его творчество продолжает традиция русской классической литературы и русского литературного языка. Исторический роман «Минувший лепет и шелест» – новинка книжного фонда Дворца книги, повествующая о Симбирске 1833 года. Наряду с симбирскими жителями главными героями становятся Гончаров, Гоголь, Крылов, Пушкин. Современники той России, колорит и обаяние, которое автор создает в романе. Здесь нет законченных сюжетных линий, и перед читателем проходит год из жизни губернского города, особенно отмечено посещением Пушкина. А зачем Александр Сергеевич посетил Симбирск и с кем здесь познакомился, вы можете узнать, прочитав роман. Книгу можете найти в отделе кривеческой литературы библиографии Дворца книги. А вы читали Николая Плотнянко? Делитесь в комментариях.